Живе Беларусь, братья и сестры, белорусы, я нахожусь у стены памяти героев украинских солдат, украинских военных, которые погибли в бою за свою землю, за украинскую землю против российской оккупации, против путинства, кремлевства, нечисти, которая пытается поглотить Украину. И надеюсь, что вот эти все жертвы покажут вам, что путинский режим — это кровавый, беспощадный режим, который не остановится ни перед чем. И никогда не называйте путинский режим для вас дружеским. Если вдруг Путин увидит, что вы реально можете стать независимы, что вы захотите жить по-человечески, вспомните мои слова. Он совершит и такое же вот с вашими детьми, с вашими мужьями, с вашими родными. И это не мои слова. Вот наглядный пример того, что ждет тех, кто решится сопротивиться путинскому кровавому режиму. Но эти жертвы не бесполезны. Они для того, чтобы наша страна была независима. Тут есть множество моих побратимов, те, кто были со мной в одном окопе. Вечная память им, моим родным людям, тех, кого я видел последний раз. Живе Беларусь, слава белорусскому народу!